Здравствуйте, пришла новая посылочка с сайта iHerb. От 6 февраля была отправлена с Америки. Сегодня 25 февраля, посылочка уже в Украине. Сейчас будет распаковочка. Посылочка с отслеживанием, реальный вес 2520. Сейчас посмотрим, что здесь. Это манго, я уже заказывала, сушеная манго от фирмы Нау. Здесь хороший состав, без всяких консервантов, с тростниковым сахаром, высушенным соком с тростника. Очень классная манго. Заказываю повторно, другие не хочу, потому что понравилось. Вот такие большие куски. Ой, такие большие кусочки сушеного манго. Спелая манго. Тоже повторный заказ. Конфеты без сахара, с соком. Здесь много видов. И цитрусовый вкус, и ягодный. Здесь, по-моему, штук 15, наверное, видов конфеток. Здесь 200, нет, не 200, 368 грамм. Довольно большая упаковка, но долго хватает. Вот, от марки Юмиэрт Органикс. Довольно хорошая фирма, которая выпускает натуральные сладости. Так, что-то еще. Ну, так, это я попробовала, заказала шоколад от Чоколов. Появились новые виды шоколада. Один молочный, но я не боюсь, потому что у них довольно такой концентрированный вкус шоколада. В принципе, я думаю, что он будет не сильно молочный. Этот шоколад с такими как палочками хрустящими, кендельками. Он, как всегда, поломанный. Ну, в принципе, да, темный шоколад. Он не такой, как бы, и молочный по цвету. По-моему, он с солеными такими, как хрустящими, вот как на картинке. Прецели называется. А этот с орехом пекан и молочный шоколад, и персик здесь. Тоже новый шоколад. Ну, новый вид шоколада, который на iHerb появился этой марки. Вот. Такой тоже, ну, как бы молочный, но на самом деле не сильно светлый. 33% какао. Так, это L-карнитин. Сейчас посмотрю. Ой, немножко влажное это. Протек, видимо. Видимо, нету пломбы. Да нет, пломба есть, но что-то, видимо, прошло. В принципе, здесь большая упаковка, все не вытекло. Его отдельно упаковали, заклеили. Немножко прошло. Это в жидком виде L-карнитин со вкусом лимонада. Это для спортивного, ну, как бы, спортивное питание, которое его можно использовать после тренировок. Хорошо сжигает жиры. То есть кто занимается своим здоровьем, похудением, то есть можно его принимать, очень полезная штука, можно даже регулярно его, помогает хорошо сжечь лишние жиры в организме. Здесь довольно, вот эта марка, такая невысокая цена на этот L-карнитин, по-моему, он стоит $11 там с центами какими-то. Вот, я никогда такое не заказывала. Срок годности здесь до 15 года июня месяца. Все нормально со сроком. Какой-то запах такой протек. Не знаю, не лимонадом пахнет, а как-то рыбой. Да, что там случилось с ним. Рыбу я не заказывала. Что здесь? Так, здесь еще кверцетин, который я постоянно заказываю. Я заказала этой марки кверцетин. По-моему, он недавно появился, потому что меня он заинтересовал, потому что здесь в одной капсуле 500 миллиграмм. Довольно большая вместимость.
Вот, на рекомендуемая моя дозировка одна капсула 3 раза в день. Другой квертитин, который я заказывала, мне приходится где-то 6 капсул в день расход такой. Он помогает хорошо для сосудов квертитин. И у кого проблемы с аллергиями, аллергическими всевозможными ринитами. Ну, здесь вот именно в этом квертитине, здесь еще идет помимо самого квертитина 500 миллиграмм, здесь идет какой-то еще L-лисофосфатидилхолин 40 миллиграмм, и его как бы позиционируют, что он идет еще как лечение, ну, как антиоксидант, конечно же, квертитин идет, и лечение простаты и kidney health, то есть почки, я так поняла. И иммунитет и сердце. Иммунитет, да, и сердце для сердца полезный. Да, ну вообще он идет. Верцетин очень хорошие отзывы, у кого проблемы с сосудами, хорошо помогает для этих целей. Ну, я попробую еще этой марки. Это аспирин. Здесь очень большое количество и маленькая дозировка для тех, кто постоянно принимает аспирин и покупает его в аптеках. То есть это очень дешевый аспирин из Америки. Здесь всего лишь в одной таблетке 81 миллиграмм, и здесь 30 таблеток. Ну, тем, кто принимает аспирин обычный, аптечный, то есть чтобы добрать дозу, где-то надо 6 за раз капсул таблеток принимать. Вот такой аспирин. По сравнению с ценами в аптеках, он стоит копейки. Он, по-моему, стоит что-то 4 доллара, может, чуть больше, не помню. Так, это мой любимый BWC марка шампунь. Я уже почти все, ну не почти все, да, почти все попробовала. Это последний, который шампунь еще я не испытывала. Это с лавандой. Да, шампунь с лавандой. Я уже говорила, что эта марка использует натуральные органические масла. Пахнет очень хорошо маслом. Довольно густая консистенция у всех шампуней. Какой-то вид шампунь погуще, какой-то менее густой. Ну, в основном они очень все концентрированы, надолго хватает. Стоит срок годности в август 2015-го здесь, например, что очень редко бывает. Другие марки не парятся по этому поводу. Вот. Ну, BWC, все, что я пробовала, очень классно. Это 100% веганское. Натуральные ароматические масла здесь в составе, как всегда. Чистые масла, эссенциальные, без парабенов, СЛС. И пахнет всегда все натуральными маслами, никаких химических домешек, поэтому кому не нравится, те просто, наверное, не слышали натуральные запахи, ароматы ароматических масел. Здесь еще две, два, отвалилось. Это эльф помадка и эльф шиммер. Вот такая помада. Она очень дешевая, наверное. Не знаю, как она по качеству. Плохо выдвигается. Пахнет ягодами. То есть она с запахом. Ссылочки я дам. Можете перейти посмотреть. Она быстро закончилась. То есть она не сильно дорогая, эта помада. Так, это шиммер. Шиммер от Эльф. Я так поняла, это как пудра с блеск, которая придает блеск. Да, как шиммер, оно хорошо блестит все. Запах. Ну, запах, как всегда, у Эльф немножко такой есть химический. Ну, можно попробовать, такая цена невысокая. Так, все вроде это последнее. Ну, это бесплатный пробничек, который всегда Эльф, когда всегда не Эльф, это Айхерб
предоставляет бесплатные образцы продукции. Это полосочки для чистящие полосочки для лица, очищающие. Я так поняла, что тут нарисован лоб и подбородок. Ну, я так поняла, что их и для носа использую, для очищения. Ну, бесплатно можно попробовать. Вот, спасибо за внимание. Вот такая была посылочка. Еще в пути две посылочки. Всем желаю здоровья. До свидания.